Считайте, отделилась. Уже Дальневосточная республика готова. Там, я знаю, есть среди бандитов такой вещь. Уже Сибирская республика готова. Не об этом. Снявши голову, по волосам не плачут. Надо объединиться. В Москве нас скоро всех порежут. Вы посмотрите на Молодежной, на Кунцевской. Одни черные. Это специально привезенная администрация и штука. Да. Они встанут и всех вырежут. Да. Я занимаюсь. Моих скинов врезали уже в 2003 году. Мальчиков 15-летних. Только идут, раз, и они инвалиды все. Селезенки удаляют, их режут нас русских, и нас зарежут скоро. Поэтому нам нужно или зарегистрироваться, или вливаться в партию к этому гомосексуалисту Селезневу. Понимаете, он гомосексуалист, знать надо, в конце концов. Такие вещи, он с ума переметная. Блядь, был такая, он был коммунистом сначала, теперь он стал капиталистом. Это все шелупонь ставит на эту старую мерзость. Будет взрыв, вот сказал верно Левшин. Будет он. Он говорит, 2 года. А я даю, на весну это будет. Все спокойно в стране, только до 6 ноября 2012 года, до выбора этого долбанного президента Соединенных Штатов. Потому что у нас все привязано. Наш, посмотрите на этот банковский билет. Какой он называется? Билет Банка России. Потому что печатают по разрешению ФРС все эти деньги. Они напечатают, не напечатают, и все остановится. И будет голод, и народ выйдет на улицы. Для этого они привозят. Революция будет делаться в Москве и в Питере. Поэтому здесь 4000 вооруженных чеченов с удостоверениями офицеров ФСБ и с автоматами УЗИ ездят каждый день по улицам Москвы в джипах с затемненными стеклами. Вы думаете, мы сидим на пороховой бочке? Они уже подготовили нашу резню. Нам отступать некуда, надо объединяться и регистрироваться, или не регистрироваться. А шире, уже, это вообще все будет скоро, не понять, что будет в сентябре. Но в декабре точно буза будет, а весной они скинут Путина, я вам это обещаю. Вот, попомните это слово, это собрание. Начинается война, сейчас Сирию они выпотрошат, трубу выпотрошат, и бюджет весь этот рухнет, надвигается гигантское цунами, а мы здесь вот не можем, так сказать, регион найти, да? Так поэтому извините за эту эмоциональность. Александр Ильич, нашли регион. У меня 23-го суд начинается у людей, вот пожизненно им грозит. Где ваши регионы?